Друзья, всем привет! Сделал очередное изделие. Это такой большой кошелек. Большой в размерах, но более-менее компактный изнутри. Заказчик попросил один отдел под паспорт, чтоб лазил, несколько делал под карточки. Карточки я делал по-новому, я не прошивал их, использовал достаточно хороший качественный клей, уверен, что отклеиваться не будет. Есть один отдел на молнии, сюда можно ложить как мелочь, так и другие документы. И три отдела под купюры. Ну и также один небольшой отдел под, возможно, какую-то одну основную карточку, которой вы чаще всего пользуетесь. Здесь кнопки изнутри. Нету хляста, кто-то предпочитает именно с ним, а многие именно заказывают, когда внутри. И когда мы закрываем, наше изделие выглядит более строго, аккуратным, таким классическим на вид. Ну что еще? Кожа, как всегда, растительного дубления. Извиняюсь, растительного. Окрашена аэрографом. И сверху покрыта финишным покрытием. Вот таким экофо. Супер глянец. Не знаю. Тот, который до этого у меня был финиш, мне он больше нравился. Но опять-таки это дело на любителя. Здесь более такой глянцевый вид. Изделие получается блестящее. На камеру, может, так не передает блеск. Но вживую, конечно, намного лучше смотрится. Я смотрел на видео не так. Что еще? Как всегда, полностью изделие прошито вручную. В общем, если вам понравилось, как всегда, комментируйте, пишите. Всем буду рад. До новых встреч!